В этом видео еще немного об отеле Paradis Princesa de Mar, курорт и спа, расположен вблизи пляжа Варадеро, Куба. Хороший отель 18+, красивый пляж, чистый океан, бар на пляже, вежливый персонал, много ресторанов на территории отеля. Рядом с отелем риф. Много рыбок плавает, щекочут ноги. По берегу можно пройтись к другим отелям. Удобно делать пробежки по ровному берегу. Красивые виды утром и вечером. Персонал классный, очень вежливый, запоминает то, что обычно пьет. Классные бармены. Самый вкусный кофе варят в баре у ресторана. На прощание делают отличные коктейли. Все, что я высказываю об этом отеле в этом видео, это личное мое мнение. По поводу анимации. Это отвал башки. Просто бомба. Развлекают с утра и до ночи. Все описывать не буду. В других моих видео на канале Алла Лука Лайф можно посмотреть. Но хочу сказать, что вся команда – это крутые ребята, профессионалы. Энергичные, добрые, и у них свои фишки по танцам и по проведению активити. Ребятам спасибо огромное, сделали наш отдых незабываемым. Еще в этом видео хочу сказать, ездили в Гавану по кубинским дорогам. Конечно же, Куба поразила своим контрастом жизни. Все для туристов, а люди живут очень бедно, но чувствуют себя свободными, а значит счастливыми. Отель в целом все понравилось, в особенности вид на океан из номера очень красивый, хорошая зеленая территория, отношение кубинцев к отдыхающим замечательные. Ребята, у меня на канале в плейлисте Куба очень много видео и фото о Кубе. Заходите на канал, смотрите. Мне будет приятно видеть вашу заинтересованность.